За время его существования взаимная торговля стран пятерки выросла практически вдвое. Промышленное производство на 20%. Хорошая динамика и по другим показателям. Среди них строительство, выпуск сельхозпродукции, грузооборот по всем видам транспорта, инвестиции в основной капитал. Важно вместе продолжить решать задачи по устойчивому развитию национальных экономик вопреки неблагоприятной внешней конъюнктуре, но и обеспечить свободное движение товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы. В конечном итоге повысить качество жизни наших граждан.